не в этом дело. Дело не в том, что сколько, кто. Дело в том, что как этому творческому составу, во главе с его лидерами, удалось качественно сочинить это чудо. Ведь это международный фестиваль, с одной стороны, но это и собственная труппа, которая от международного фестиваля окрепла и стала вполне конкурентоспособной на европейском уровне. Это еще несколько маленьких театров экспериментальных, которые Балтийский дом взял под свое крыло. То есть это глубоко содержательное открытие 20 и 21 века. Инициатор и автор этого чуда, заслуженный деятель искусства России, Российской Федерации, Сергей Григорьевич Шуб. Коллеги, мне очень приятно вас здесь видеть. Мы, к сожалению, не так часто встречаемся, и тем приятнее, что есть такой прекрасный повод для встречи, такая прекрасная премия. Надо сказать, что за свою достаточно долгую жизнь и в театре, и вообще есть ряд наград, которыми можно гордиться, но, поверьте, награда профессиональная, награда коллег по профессии, наверное, дороже прочего. И я очень благодарен за эту награду. Действительно, театру в следующем году 80 лет, в следующем году 80 лет Геннадию Михайловичу Паркову. Это имя на театральной карте Петербурга все помнят, и мы юбилей вместе с вами отметим. 25 лет в этом году фестивалю. Сегодня он такой солидный, престижный, сказано были добрые слова. Но начинали мы 25 лет назад, когда нас, что было закономерно, всякое новое в нашей стране всегда встречается с подозрением. И нас уволили из театра, нашу маленькую команду, дали комнатку под лестницей. Но это было прекрасное время счастья, свободы, когда мы делали то, что мы хотели, делали то, что мы любим. Вот это ощущение счастья я и моя команда пронесли все вот эти годы. Ощущение счастья, когда ты делаешь то, что ты хочешь, и то, что ты можешь. И вот за это счастье я судьбе и коллегам благодарен. Спасибо. Премию вручаю. Главный режиссер Балтийского театра «Балтийский дом», заслуженный артист России, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, лауреат премии имени Толубеева Владимир Тыкке. И народный артист России Николай Буров. Я вначале хотел бы поздравить всех лауреатов премии Андрея Толубеева 2015 года. Спасибо мою однокурсницу Ольгу Антоновну. Немного отвлекусь. Оля, я, честно говоря, не очень понял, когда Ментов тебя поздравлял. Он сказал, вот там напротив театра махнул туда рукой. Говорит, это твой театр. Я стал либо скрупулезным, либо каким-то дотошным. Я выглянул в окно и увидел театр Александрина. А Ментов хочет там Александринку поздравить. А потом тебя сделать. Я по транжу. Сергей Иванович, я тебя поздравляю.